больше полусотни свердловчан съехались в субботу в Екатеринбург в траурный зал при 40-й больнице, чтобы попрощаться с медбратом бригады скорой помощи Березовского Степаном Шабуровым, погибшим на боевом посту. Бухой муж пенсионерки, престарелый уголовник, ударил ножом под сердце 28-летнего медика, и парень, потерявший много крови, скончался после операции в реанимации Березовской ЦГБ. У сестры погибшего медбрата началась истерика, и ее родственники отпаивали водой. Знакомые Степана и люди, знавшие его совсем немного, произнесли у гроба проникновенные слова. Прекрасным человеком, прекрасным специалистом, вот мы с тобой и мало знакомы, но ты лучший и ближайший друг в жизни Анастасии. Молодая вдова, врач Анастасия, прятала слезы под траурной вуалью и, с трудом сдерживая эмоции, на прощание произнесла такие вот слова. Далее цитата. «Он пытался быть черствым, но человечность побеждала». Конец цитаты. После трагедии на руках Анастасии остались двое маленьких детей – 7-летний сын и 5-летняя дочурка. Именно о них истекавший кровью медбрат в карете скорой по дороге в больницу вспоминал. По утверждению фельдшера и коллеги Степана, именно эти слова «У меня же двое маленьких детей» были последними, которые он произнес перед тем, как потерять сознание. Степана Шабурова похоронили на Широкореченском кладбище, а его убийца, 66-летний пенсионер, с пятницы сидит в камере Екатеринбургского централа. Впереди у Тихого, как думали соседи пенсионера, пятая ходка на зону. 3 первых срока Урка получил за кражи, 4-ю за то, что порезал бывшую жену. На суде уголовника больше заботило не раскаяние, а то, что его снимают журналисты.